первый выход на природу. Собираюсь жарить бифштекс. И пить, конечно. Ваше здоровье. Открываешь? Да. Открываю мясо. Да, может будет открытием второго сезона. Ну да. Конечно, тут есть масло, но я с собой взяла. Ну, никто не знал, что будут готовить. Вот такие красивые кусочки. Блогер. Да. Ищите в Инстаграме. Может, я давай возьму сковородку, сниму с огня, или ты сними чуть-чуть. Снимаешь? Да. Свежего масла. Гарнир. Гарнир, да. Очень простой, но очень подходящий для нас. Замаслала.
сливочек, и вот будет гарнир. По-моему, то. Переворачиваем. В этот раз получше. Решила пожарить вместе с гарниром. Вокруг стройка шумит. Видимо, с началом весны люди начали строиться вообще. Вот и все оживает. Вот такой вот получается. Вот такой. Все, пусть отдыхает. А гарнир еще будет пожариться. Это пойдет только на пол. Вот уже осталось приготовиться, и грибочки переходят сюда. Приходим. Вот так вот красиво. Будем сейчас это есть. Сейчас все как завалю. Такая правильная прожарка, как я люблю. Ну, это вкусно. Это очень вкусно.